ты пока что смотришь матч в качестве зрителя, но тем не менее, как тебе атмосфера, как тебе арена? Да, пока, к сожалению, в качестве зрителя, но эмоции испытываю как игрок. Хочется что-то сделать, хочется что-то помочь в чем-то, вот, что-то такое уже прям подергивает. Вот, эмоции классные, очень шумно, очень круто, офигенная атмосфера, очень все нравится. Первый сет прошел, Локомотив собрал его себе. Как думаешь, чего не хватило «Зениту»? Я думаю, в первой партии не хватило немножко везения, потому что всю партию шли впереди, вровень, и в концовке просто немножко не повезло. Одна доигровка, один съем проиграли, и повезло больше «Локомотиву» в этой партии. Хочу обратиться к болельщикам. Всем привет, спасибо огромное за поддержку. Вот сейчас сижу, наблюдаю, какие переживания, какие эмоции за «Зенит», в пользу «Зенита», в поддержку «Зенита». Это дорогого стоит, продолжайте в том же духе, ни в коем случае не сбавляйте темп. Но я от себя хочу добавить, что спасибо огромное за поддержку конкретно моему плечу. Это очень круто, спасибо. Я хочу поскорее вернуться, и все будет хорошо. Вперед, «Зенит», вперед за Питер! Леш, привет! Всегда приятно, когда представители пляжного волейбола приходят на матчи классиков. Какими судьбами в Питере? Привет! У нас сейчас закончился пляжный сезон. Вот, можно сказать, отпуск начался, и оказался в Питере дома у себя. Вот решил посетить суперматч. Добрый день, девушка. Нельзя так пугать. Чем занимаетесь? Фотографируем. Рекламный отчет снимаем. Как дела? Хорошо. Отлично. У нас наконец-то первый домашний матч. Это просто топ. Жалко, конечно, что не полная арена, но мы максимально старались в будний день ее собрать. Да, друзья, кстати, приходите все обязательно на следующий матч. Он состоится 1 октября. Будем играть против «Белогорья». Рада вас видеть. Вас сегодня много, вас сегодня слышно, как никогда. Как дела, как настроение? Скучали? Настроение супер. Наконец, наша любимая арена. Действительно, сегодня очень много народу. Еще такой матч, «Локомотив». Мы дружим с фан-сектором, поэтому, ну, пока эмоции супер. Новосибирск сильнее, играл лучше. Выигрывает тот, кто играет лучше. Пока очень много решающих моментов, которые мы не можем реализовать для победы на этом уровне. Пока так. Очень много очков набранных на блоке в предыдущих матчах. Сегодня крайне... Сегодня вообще, да, не справились. Наверное, самый худший элемент, который сегодня функционировал. Ну, во-первых, не просто. Там стоит два центральных, которые, в общем-то, сегодня... на мировом уровне играют. Вот. Я думаю, что они на себя потянули слишком много внимания. Вот. Да, на блоке не справились. Ну, еще есть ряд причин, наверное, те, которые сегодня не позволяют нам побеждать на таком уровне. Что у нас остается? Только работать, анализировать и работать, и двигаться вперед.